Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня вот пришла у нас еще одна посылочка. Давайте же посмотрим. Она такая тяжеленькая немного. Давайте посмотрим, что же у нас пришло сегодня. Упаковка хорошая, аккуратная. Нигде никаких недостатков нет вроде. Давайте сегодня вот так порежу. А то... Я в прошлый раз кулек разрезала, теперь уже боюсь. Пришли брюки. Брюки для моего мужа. Мы заказывали джинсы. Вот, смотрите, в каком хорошем кулечке они пришли. Так, качество. Качество брюк неплохое. Ой, но с размером мы не угадали. Размер большой. Большой. Придется брючки эти ушивать. Так, строчки ровные. Карманы обработаны аккуратно. Вот, посмотрите. Вот. Так, никаких таких вот проблем нету. Материал не стрейдж, вот что тоже большой плюс. На мужских брюках, когда стрейджевый материал, это не очень-то. Вот они вот такие вот. Довольно-таки неплохие брюки. Вот задняя часть вот такая. Посмотрите, вот здесь вот такие карманы. Вот оператор пусть поближе покажет нам. Вот смотрите, вот здесь вот своеобразная вот такая вот сеточка сделана. Очень аккуратно, очень оригинально смотрится. Карманы тоже аккуратно обработаны. Вот. Изнаночная сторона этих джинсов. Давайте посмотрим, замочек рабочий или нет. Сейчас, минутку. Так, замочек. Металлический замочек у нас вот здесь. Так, замочек у нас хороший. Работает отлично. Так, и изнаночная сторона этих брюк вот такая вот. Посмотрите. Я не скажу, что прям супер шикарные, но и цена такая средненькая у этих брюк, но неплохие. Брюки хорошие. Единственное, что мы не угадали с размером, придется их ушивать, конечно же. Ну, а так брючки неплохие. Ссылочку на эти брюки мы тоже скинем. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Пока-пока!